В Ульяновске провели первое в этом году областное родительское собрание. В нем приняли участие представители родительских комитетов со всех школ региона. На собрании подвели итоги прошлого года, а также обсудили планы на этот год. В повестку собрания были включены те вопросы, которые представляют наибольший интерес у родителей. Хочу сказать, что вот такой формат проведения областных таких родительских собраний – это очень хороший формат и очень правильный формат. Он охватывает большое количество родителей именно во всех муниципальных образованиях. То есть мы через ВКС подключаем школы, все базовые, и родителям нет необходимости приезжать. И в то же время они всегда находятся на связи, всегда могут задать любой вопрос. В этот раз родители интересовали безопасность детей в школах, организация летнего отдыха, патриотическое воспитание. Главной темой стал вопрос ЕГЭ. В этом году основной этап сдачи пройдет с 26 мая по 20 июня. Первый экзамен будет по географии, закончится государственная аттестация информатикой. Также разработали новый порядок проведения ЕГЭ. Предполагается, что участники итоговой аттестации смогут менять перечень предметов, которые они указали в заявлении. При наличии уважительных причин также можно поменять сроки участия в экзамене. Данные нововведения должны вступить в силу с 1 сентября 2023 года. Также на собрании присутствовал психолог, который рассказал о психологической подготовке ребенка к ЕГЭ. Но у нас также ведется прямая трансляция на все муниципальные образования, где сегодня родители сидят в студиях и слушают уже из нашей студии те вопросы, которые мы рассматриваем. Также будет у нас осуществлена обратная связь. Если у родителей возникают какие-то вопросы, они могут дистанционно их задать и мгновенно получить ответ. Областные родительские собрания проводятся раз в квартал. Помимо областных, также проводятся школьные собрания и ежегодное общероссийское родительское собрание. Кирилл Савосин, Марат Мигдиев, УПРАВДА ТВ.